кушать там. Да, там и еда есть. Ну что, будем ее открывать? Да. Она еще мне. Понравилось тебе? Ну что, распаковываем коробочку? Да. Давай. Подожди. Я открою. Давай, открывай. Так, вот это у нас все упаковано было. Вот мы достаем. Смотри. Смотри, здесь у нас есть вот такие наклеечки, которые мы должны будем наклеить на номер машины. У нас здесь будет, вот здесь вот, смотри, номер машины нужно будет наклеить. И вот эти вот два apple и orange, яблоко и апельсинчик, мы должны будем наклеить вот на эти баночки. Это газировка. Поняла? Будешь наклеивать сама? Да. Хорошо. Только сначала мы машину распакуем, ладно? Да. Ой, смотри, какая, забирай. Какое? Давай, забирай. Доставай ее с подсветика. Хорошенько. Доставай, доставай. Это что такое? Дети. Это сиденье и подносы для детишек. Да. Давай, доставай машину. Доставай. Ой. Ну-ка, она ездит, попробуй по столу поездить. Ездит она? Колесики крутятся у нее? Да. Едет. Едет? Да. Может быть, мы папу за руль посадим? Да. Давай, бери папу, посадим его за руль. Где там у нас папа? Вот, сажай его за руль. Дверки у нас открываются? Нет, а вот дверки у машинки у нас не открываются. Ну ничего, он у нас так запрыгнет. Да, у нас папа спортивный. Подожди, нужно сначала ему ножки-то, ножки ему в сидячее положение перевести, да? И дети, мама. И маму посадим, давай. Сажай папу. За руль, да? Так. Папа очень доволен, что у него такая новая машина, да, Варя? И руль крутится даже. Давай покажем, как руль крутится. Вон, Варя пальчиком руль крутит. Угу. Кого ты еще хочешь посадить? Света. Маму? Да. Давай ножки ей тоже в сидячее положение. Да. Переведем. Это сейчас мы все откроем. Подожди, давай сначала маму в машинку посадим. Сажай. Вот, мама с папой довольны, что у них такая здоровая машина. Нет, откроем. Да. Смотри, Варь, смотри, ой. У этой эта машинка с секретиком. Хочешь узнать секретик, Варя? Да. Смотри, вот так вот пальчиком, давай пальчик возьмем, вот так. Оп, это что такое? Доставай, доставай, опа, а вот здесь что? Открывай. Так, и второе. И что это такое, Варя? Не знаю. Ну, посмотри, что это? На что похоже? Не знаю. Ну, это же столик. Столик. Столик, чтобы они на пикник ездили. И всю еду можно поставить на этот столик. Поставим? Да. Давай. Давай, я открою. А это мы пока уберем. Машинка у нас стоит. Вот он, столик у нас. Давай откроем еду. Ой, что-то у нас упало. Это вот баночки, на которые нам нужно наклеить как раз. Так. Смотри, это корзина для хлеба и для сэндвичей. Положи все вот эти сэндвичи в корзину. Нет, 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 не это. Это вот рядышком стоит. Это вот яички тут, салати какой-то. А вот они, сэндвичи. Сэндвичи положи в корзину. Так. Так. Угу. Вот. Молодец. Очень аккуратно положила. Умничка. И вот у нас остались баночки с газировкой. Нам на эту газировку вот, нужно наклеить наклейки. Давай наклеим. Сейчас мы их распакуем. Подожди.
Доставай. Я. Ты давай. Видишь, приклеилась? Давай я все. Тебе сейчас все помнется. Так, вот смотри, бери наклеечку. Яблочко. И клей вокруг вот этой газировки. Осторожно. И смотри, вот эти наклейки нам нужно наклеить на... это номерные знаки. Один номерной знак у нас у этого столика, потому что перед машиной превращается в столик. Поэтому нам нужно будет сюда наклеить. Сможешь наклеить? Да. И второй номерной знак нам нужно наклеить сзади машины. Будешь наклеивать? Да. Давай мы столик вот сюда подвинем. На второй номерной знак. Держи. И вот сюда его наклеивай. Давай я подержу тебя. Вот. А ты вот сюда наклеивай ровненько. Вот так. Вот так. Так. Смотри, а тут какая-то дверка есть. Давай попробуем открыть. Открывай. Давай, не бойся. Опа. Что там? Смотри, как там много места. Что туда можно положить? Это. Правильно. Правильно. Ой, вся еда у нас посыпалась. Вот, поставь всю еду обратно на столик. Вот как у нас много места в багажнике. Туда можно удочки положить, например, если они на рыбалку поедут. Да, Варя? Игрушки, надувные разные круги, если они плавать поедут на пляж. Очень много всего можно положить. Да, в домике мы посмотрим, что оттуда можно взять. На, Варя, крышечку, закрой вот эту тарелочку крышечкой, чтобы всякие мушки не съели салатики. Вот как здорово. Смотри, вот эти подносики, они у нас будут крепиться вот к этим креслам. Посмотри. Вот у нас вся семья уселась в машину. Белл с братиком, у них есть специальные подносики. И мама с папой. А кресло детское мы убрали, потому что детское кресло, оно для бэйбика. Бэйбики у нас пока не родились. Они у нас, кресло у нас были в багажнике. Молодец. Давай в багажник засунем. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.